Всем привет, на связи Ула из жаркого дубайского авторынка. Последнее видео с Dodge Ram'ом у меня взорвало прям. Люди начали очень часто спрашивать этот автомобиль, что не странно, потому что по соотношению цена-качество этот автомобиль оказался просто топовым. И сейчас появилось очень много запросов на этот автомобиль. И сейчас же мы приобрели еще один автомобиль вот этого красавца. Но пока я не показал вам машину, подпишись на этот канал, поставь вот такенный лайк, и мы погнали! Ну что, опять же, на поиски этого автомобиля уже ушло у нас гораздо меньше времени, так как мы уже знаем, что этот автомобиль должен был прибыть. И он как прибыл, и мы сразу же его выцепили. Это Dodge Ram 2022 года, либо просто Ram. Это Rebel GT. Довольно-таки редкая комплектация этого автомобиля. Мы его приобрели, 22 год, но пробег на нем всего лишь 300 километров. Ну, это новая машина, грубо говоря. Вот его ключи. Приобрели ему мы его сейчас за 50 600 долларов, за 185 тысяч дирхам. Но мы еще будем кое-что доделывать здесь. А доделывать мы будем именно ставить сюда такие лампочки, как на TRX-ах. Далее мы будем вот здесь вот ставить крышечку, ну, закрывашку дополнительно. И вот такую трубу сюда. Все это дополнительно за дополнительные 5000 дирхам мы установим. Сейчас мы занимаемся моментами оплаты. И только что нас сейчас отвлекли. Вот непосредственно сам счастливый обладатель, будущий счастливый обладатель этого автомобиля. Сейчас мы занимаемся вопросами оплаты. И этот красавец, и владелец, и автомобиль красавец уезжает в Мурманск. Привет Мурманску передадим. Мурманску привет. Хотели внести оплату с карты, но сказали... Сами менеджеры, лучше поедьте, снимите и оплатите нам так наличкой. Мы сейчас будем вносить депозит, так как если оплачивать здесь с карты, то там бешеная комиссия. Так что едем искать ATM. Банкомат, поехали. Посмотрим сейчас, с казахстанской карты получится ли нам снять деньги или нет. Вставляем карточку. А дальше там война-план покажет. Первые деньги пошли. По 5000 за раз можно снимать. В итоге нам получилось только снять 15 тысяч дирхам, дальше уже банкомат не дает деньги. Это всегда здесь в Эмиратах такое часто происходит. Но мы договоримся, чтобы нас пока взяли. Пятнашку приняли, а дальше мы уже придумаем. О! Dodge. Ну все, прибыли мы уже оплачивать. Я телефон, оказывается, в машине оставил. Вот, зашел обратно. Сейчас будем носить оплату. Hello, Nuri, how are you? Hi. All is good? Yes. 15,000. Что, как? Нравится? Все хорошо. My video blog. Вот здесь мы приобретаем автомобильчик. Это не обязательно показывать. Мы внесли 15 тысяч дирхам и получили проформа инвойс, то есть по этому документу можно будет оплачивать. То есть получается сейчас у... Александра есть родственник, который находится в Казахстане. Мы на его имя выставили проформа инвойс, то есть международный договор по инвойсу. Сейчас его родственник пойдет и оплатит в любом удобном банке по этому документу. Как деньги сюда уже поступят, в течение 3 рабочих дней они должны поступить. И дальше мы уже займемся оплатой, ну точнее вывозом автомобиля отсюда. Итак, теперь загибаем пальцы, что у нас получилось по... Под ключ, как получится этот автомобиль. Автомобиль будет приобретен за 50 600 долларов. Чистая стоимость здесь абсолютно новый, без пробега автомобиль. Следом наши услуги. Доставка 4,5 тысячи долларов. Этот автомобиль будет ехать через Казахстан. Далее, растаможка в Казахстане со всеми очищениями, таможенными платежами. Это выходит 7 миллионов 300 тенге. Далее, 1000 долларов услуги брокера. Доставка до Мурманска 2000 долларов. Итого вот получилась общая сумма. Этот автомобиль полностью осмотрел,
проверил агрегатные части. Все, ну что тут проверять? Новая машина, 300 километров пробег. Лакокрасочное покрытие проверил, по базе пробил. Ну, по базе канадцы так и не бьются, но есть одна база. Если не забуду, я прикреплю ссылочку, где можно пробивать канадские машины, но эта ссылочка платная. Пробили, тоже никаких угонов. Кстати, касаемо вот этого заблуждения, мифа, который я вам скажу, что канадские машины все угнанные. Вот кто этот, вот этот миф распространяет, вот, говорят, что в Эмиратах канадские машины угнанные. Вот от кого вы это услышите, сразу пните ему по ебальнику, блядь. Потому что, во-первых, знаете законы Эмиратов, здесь они очень строгие, здесь законы шариата. За воровство здесь отрубают руки. Чтобы привезти сюда, за границей автомобиль сюда, 7 кругов проверок ада бюрократии проходит эта машина. Она проверяется по всевозможным базам, чтобы, прежде чем сюда заехать. И в-третьих, в Эмиратах сами арабы очень богобоязненные. И такой херней не страдают. И еще раз повторюсь, если вы у кого-то еще раз услышите, что в Эмиратах угнанные машины с Канады, блядь, ну, я, в принципе, подозреваю, кто эту хуйню несет, но в целом не верьте этому, не верьте, такого здесь нет. Угнанную машину вы здесь не купите ни хрена. What about? Я попросил у них этот, брызговики. Ага, yes. Yeah. Possible make it? Yes, possible. How much? 500. 500. Блядь! 500. У тебя все 500? Why, блядь, expensive? Give me, блядь, present. Where? I have a spare part shop. You're rich. Tell him for me, money. This customer. Он просит сейчас у тебя чаевые. Скажи, как-нибудь отдам. Окей, after. Not after, he not coming. Скажи, банк не дает деньги. Все. Bank not coming, brother. Bank not coming money. Finish it money. Today finish. Yeah. Ну, говорит, придется заплатить за 500 дирхам еще, говорит. У меня нет своего магазина с запчастями. Сколько это 500 дирхам в рублях? По 150 долларов это где-то. 500 дирхам умножай на 20. 10 тысяч? Рублей. Да. 4 этих самых, да? Да. На ваше усмотрение. На ваше усмотрение. В целом, 500 дирхам, ну, стандартная цена, скажем так. И недорого, и недешево. Это стандартная. С установкой? Да, это с установкой. Это они установят? Да, еще и установят. Они оригинальные? Фикс. Фикс. Оригинал? Oh, not coming original, bro. Not coming. Оригинальный не приходит, говорит. But good quality, right? Good quality. Только хорошего качества, говорит. Хорошо. Да. Все хорошо. Короче, надо ему будет наличкой 5500 отдать. Five, right? 5500. Yes. Yes? Cash. And for me. Yes, yes. Okay. Yeah, it's for you. Only for you. No. Maybe I'll be back tomorrow. After tomorrow, give you the same cash. No? Okay, okay. В целом, впечатление, Александр. Охренительно. Что, вот как вы, какие эмоции? Просто сердце аж замерло. Итак, ребята, отзывы. Отзывы самые лучшие, сердце аж замирает от такой машины. Ребят, я вам скажу, что это настоящий просто брутал. Это по цене, конечно, я вам могу сказать, что в такие деньги в России вы ничего не купите. Ну, дальше без комментариев. В целом, о нашей работе. Профессионал высшей категории. Ой, я сейчас засмущаюсь. Просто профессионал высшей категории, приехали, сразу купили. Без заморочек. Ну так, ребята, дальше я буду вас держать в курсе об этом автомобиле. Подписывайтесь на мой Инстаграм, ТикТок, во все социальные сети. Я в описании все оставлю. Об истории этого автомобиля я буду в сторисы свои выкладывать. И еще раз хотелось бы напомнить, друзья, если вы заинтересованы в покупке авто из Эмиратов, на моей странице есть все контакты. Свяжитесь, я вас подробно проконсультирую. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте вот такие лайки, пересылайте это видео своим друзьям. Всем удачи, радости. И пока. У нас в городе ни одного рыбого нет. Тем более нету GT. You go back Russia? It's Monday.